После завершения самоизоляции театралов ждет интересная премьера. Продолжение комедии на карачаевском языке «Директор бани», которая в свое время не только побила рекорды по сценическим показам, но и полюбилась и запомнилась всем, кто слушал ее дома на аудиокассетах. Как будут дальше разворачиваться события в жизни сотрудников бани и как готовятся артисты к премьере, узнавала Алла Динаева. С конца марта артисты Карачаевского театра находятся дома, но период самоизоляции проводят плодотворно и решили свободное время посвятить творчеству. Они готовятся порадовать зрителей новой постановкой, точнее, это продолжение истории, которую знают и любят несколько поколений людей. Комедия «Директор бани» в советское время была сыграна более 1000 раз, но, к сожалению, запись спектакля сохранилась только на аудиокассетах. Работать над новой постановкой артисты Карачаевского театра начали месяц назад. Мы успели приступить к новой постановке, называется «Директор бани 2». Вот. За этот период у меня в голове это вертелось давным-давно, но никак не мог собраться и написать это, потому что я хорошо владею этим материалом. И вот это будет спектакль сатирическая комедия, музыкальная комедия с элементами мюзикла. И я прибавил там несколько персонажей, распределил, отпечатали, и роли уже розданы артистам. И артисты дома изучают. Изучают и вживаются в образ своего героя. А те артисты, у кого главные роли и большие тексты, учат их наизусть, чтобы, когда завершится самоизоляция, прийти уже готовыми к постановке нового спектакля. Мы порепетируем, сошьем костюмы, и в скором времени состоится премьера музыкальной комедии «Директор бани 2», рассказывает руководитель Карачаевского театра Руслан Гачияев. Артистам, исполнителям главных ролей, у кого много текста, они уже придут, нам только остается по мизансценам разбросать. И этот спектакль мы выпустим обязательно. Все проходит, как сказал великий Соломон, и это пройдет. И это время пройдет, дай Всевышний, и мы скоро будем так же работать, как работали раньше. Пока готовится премьера, жители свои любимые спектакли и комедии могут смотреть в Ютубе. Во время пандемии учреждения культуры продолжают интерактивную работу со своими зрителями и посетителями на страницах своих сайтов и социальных сетей. Можно посмотреть свои любимые комедии и получить порцию позитива. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.